Дорогие друзья, сегодня рано утром фанаты и поклонники известной российской поп-группы Иванушки Интернешнл услышали страшные новости. В этом году группа Иванушки Интернешнл больше не выступит. Ихний концертный директор сообщил о том, что серьезно болен солист группы Иванушки Интернешнл Кирилл Андреев. На данный момент решается вопрос о его срочной госпитализации в одну из лучших клиник России. Что же все-таки произошло с Кириллом Андреевым, не хочет говорить даже состав группы Иванушки Интернешнл. Все пытаются держать это в тайне. Ну что, будем надеяться только на хорошие, друзья. Завтра рано утром постараемся кое-что узнать от звезд шоу-бизнеса и расскажем вам, ведь для многих из нас очень интересно узнать, что же на самом деле произошло с певцом Кириллом Андреевым. До скорой встречи, друзья, на нашем YouTube-канале.